Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня здесь я, с вами Катя Мирошниченко. У нас сегодня презентация нового слайдера. Слайдер такой в русском стиле. Сейчас я вам покажу, какие оттенки можно использовать с этим вариантом дизайна, чтобы это было не перегружено и не аляповато. Потому что русский лубочный, руссконародный стиль, он предполагает смешение большого количества чистых оттенков. Это белый, желтый, оранжевый, красный, да, синий, и это очень всегда насыщенно, ярко и пестрит. И на самом деле эти варианты дизайна, они могут очень лаконично смотреться именно в контексте маникюра, и сейчас я вам покажу, какие цвета, их на самом деле немного, которые, во-первых, успокоят вот эту взрыв яркости, вот, и в то же время, что яркое можно взять, чтобы это было все вместе в контексте. Я, конечно, очень хотела сделать вот сейчас эту руку правую, вот, но не успеваю, поэтому либо вот сейчас уже после эфира сяду, быстренько себе сделаю, либо уже сделаю на следующей неделе. И я выбрала себе черный маникюр. Не знаю почему, причем, кто видел уже рекламный ролик этого слайдера, скажите, кто видел, поставьте плюсик. Там приняли решение снимать на белом фоне, а я, наверное, единственная, кто кричала, давайте снимать на черном маникюре. Не знаю, мне кажется, вот просто идеальный вариант для черного маникюра. Смотрите, как круто может смотреться именно на черном. Вот, ну, со мной никто не согласился, сказали, давайте снимать на белом, это будет более универсально. Смотрите, как круто. И самое главное, когда мы покрываем матовым топом, все сразу, все успокаивается. И здесь дизайны делали элементы, рассчитывая вот как раз на вот такую небольшую длину. Потому что я сделала, конечно, вот видите, здесь разные варианты и на большую длину. Потому что типс других нету. Даже ложечка, видите, оказалась крупная ложечка для этого дизайна. И обратите внимание, да, много места остается, а здесь вот хочется сделать вот так вот, знаете, заподлицо, просто короткие малыши, и вот просто от кутикулы до свободного края абсолютно на всех 10 пальцах все подряд клеите с этого слайдера, причем вот без разбора оно все между друг другом дружит. Где хочется воздуха, можно просто текст, где хочется перегруженности, можно вырезать вот прям вот такие элементы. В общем, музыку, конечно, я выбрала для этого слайдера очень классную. Я думаю, что на своей личной странице я этот трек буду использовать, потому что компания использовала другой трек. Я выберу свой любимый трек и наложу сюда. Обязательно сниму свой маникюр. В общем, долго витала идея сделать что-то в русском стиле. Долго не решались, потому что, ну, во-первых, в одежде этот стиль, он сейчас, его нету. Если вот несколько лет назад был этот русский стиль, его и на подиуме было очень много, вот. Но мы все равно сделали, вот, и выбрали стиль городецкой росписи, потому что русский стиль, он ассоциируется с разным искусством, да, а в данном случае это лубочное искусство, где-то даже архаика, русские народные сказки, и здесь мы добавили, смотрите, какие милые текста. Давайте прочитаем. Доброе слово и кошке приятно, кто рано встает, тому Бог подает. Счастье не птица, само не прилетит. Не зная броду, несуся в воду. Очень классные, да? Как сейчас говорят, для чего там? Мотивирующие. Вот видите, у нас все оно есть в былинах, сказках, сказаниях, в пословицах. А мы книжки умные читаем. Ну ладно. Так, я предлагаю какой вариант попробовать. Конечно, самый основной, все говорят о том, что нужно сделать либо белый, либо бежевый. Потому что здесь подборку мы такую делали. Смотрите, много есть вот таких спокойных монохромных вариантов, это 3 штучки, они здесь между собой прям дружат. Это вот такая совушка, здесь присутствует, смотрите, только черный, такой болотный зеленый и беленький. Это вот такой зайка. И вот такая лошадка. Они прям втроем классно подойдут для какого-то одного маникюра.
Вот кто хочет этот русский стиль, но чтобы оно было еще более монохромное и спокойное. Мы много делали элементов, поэтому прям вырезать очень аккуратно. Видите, они тут прям впритык друг к другу. Смотрите, вот классно, монохромно. Я думаю, что вот прям да. Скажите. Сейчас хочется прям музыка, чтобы у меня заиграла еще. Так, ну белый фон круто подойдет. Так, белый фон. Очень классно подойдет какой-нибудь бежевенький. Например, это пусть для педикюра, конечно, оттенок, но я его так очень люблю юзать. Он мне нравится. Он такой, знаете, средней плотности, неплотный, такой прям нейтральный, бежевенький, прикольный. Вот когда правильно подобранный фон и поверхность матовая, либо глянцевая, вот в зависимости от этих аспектов, элементы можно успокаивать, это я так называю. Ну, например, сейчас пока у меня все сохнет, давайте порассуждаем. Вот смотрите, красный цвет, это так себе вообще история, скажите. Красный маникюр я вообще воспринимаю без дизайна. Для меня красные оттенки, красные, бордовые, это самостоятельные цвета, которых... Ну, которые лучше все-таки делать без дизайна. Потому что ошибиться всегда легко с этими цветами, превратить дизайн в такой безвкусный. Но в контексте, например, такой вот городецкой росписи, такого лубочного русского стиля, и при покрытии матового финиша вполне себе имеет место. Вот как вы считаете, да? Понятно, что часть ногтей мы сможем сделать с вами пустыми, часть вот прям совсем чуть-чуть, где-то вот надпись, какие-то травинки, да, и дополнить, например, часть ногтей белыми, и вполне себе, да, да. Особенно если, например, длина будет короткая, это вот типсы, конечно, огромные, длинные, но я рекомендую вот эту тему с лубком делать именно на маленькую длину. Я вот поэтому хочу на свою правую руку сделать специально этот дизайн. Да, с красным действительно нужно быть очень осторожным. Вот, поэтому если чувствуете, вот, ну, лучше не рисковать с красным. Красный — это вот самостоятельные отдельные покрытия для однотонной такой истории. Здесь вот я такой вариант, ну, я так, знаете, напоследок сделала, думаю, горошек, ну, не знаю, возможно. Вот сейчас лето, может быть, если девочка молодая и куда-нибудь там на море, либо к бабушке в деревню, будет прикольно, какой-нибудь 20-летней девочке. Вот, ну, если мы уберем, например, этот горох в сторону, вот такая история красненькая, вполне себе, да? Вот. Это все мы используем, вот этот слайдер. Цвета, как вот если вывод сделать, какие только могут быть. Это вот красный, да, это черный, это белый, это какая-то такая нюдовая история, как я и говорила, да, что-то такое нюдовенькое. Либо еще я решила взять вот оранжевый. Смотрите, очень даже неплохо с оранжевым. Скажите, и, например, сюда можно добавить типсы, которые будут с оранжевым цветом, чтобы пятно было оранжевое на белом. Смотрите, вот так вот уже, да? И вот самое главное, смотрите, девчонки, клиентам предлагаем, если длина небольшая, если длина большая, ну, не знаю, мне кажется, будет вульгарно, вот уже не будет вот этой какой-то изюминки. Потому что вот на типсах это, конечно, вот так все прикольно. Я сейчас вот представляю, если я это сделаю на большую длину. Ну, не знаю. Это надо, во-первых, смотреть на клиента. Кстати, да, это очень сильно зависит от клиента. Если клиент очень лаконично одевает гардероб, это всегда что-то total black, такой, знаете, только черный, с головы до пяток. Это белый, это нюд, то, возможно, длина большая будет хорошо смотреться с таким количеством элементов. Вот кто согласен с этим? Кто согласен, пишите плюсики.
Вот, во всех остальных случаях я бы вот все-таки брала маленькую длину для вот такого русского стиля. Я вот представляю, да, например, женщина, у нее черный пиджак, черные шорты, черные очки, зализанные черные волосы. И, например, большая длина ногтей может быть такая вот яркая, когда вот, знаете, такой спокойный, успокаивающий гардероб. Вот тогда это прикольно. Так, ну давайте посмотрим еще, как на черном смотрится. Я, видите, сама черный очень люблю в одежде, но при этом не люблю спокойный маникюр. Вот парадокс, да? Я очень люблю спокойный гардероб, базовый. Прям люблю, обожаю. Но при этом, например, я не люблю носить кольца, часы, браслеты. Никогда не увидите у меня. У меня будут огромной длины вульгарные ногти, как многие говорят, да? Вот. И мне классно, потому что у меня всегда очень спокойный гардероб. При этом я одену какие-нибудь гигантского размера серьги. Так, ну что, еще раз напомню. Номер 135. Народное искусство. Народное искусство. Вдохновлялись русскими сказками и городецкой росписью. Я собаку съела. Да, кстати, вот хотите историю? Там, вот кто не знает, я закончила декоративно-прикладное искусство факультет. И у меня второй курс университета. Я посадила себе зрение, потому что мы несколько семестров подряд рисовали только народные промыслы. Я до сих пор помню эти подносы с городецкой росписью, подносы с хохломской росписью, подносы с жостовской росписью. И вот самое, что мне запомнилось, это именно городецкая роспись. Я ее нарисовала, наверное, больше всего. Это были не подносы, это были доски. Это деревянные я основы покупала. И я посадила себе зрение, потому что такое количество нужно было отрисовать. Поэтому я очень хорошо разбираюсь на родных промыслах. Ну как, если, конечно, сейчас вот что-то вспомню. Вот. Но мои работы висели еще несколько лет потом в университете на парадном входе именно народно-промысловые. Хотя я много чего делала, у меня керамика хорошая была. Вот. Поэтому сейчас, мне кажется, эта тема актуальна, да, потому что сейчас идет там поднятие патриотизма в стране, да, и сейчас это может быть вот актуально именно в формате маникюра. Хотя, если посмотреть сейчас отечественные бренды одежды, они тоже сейчас вот эти фишки какие-то подхватывают. Не в большом количестве, но тоже вот как-то вот внедряют это и в одежду в том числе. Нам с вами с маникюром проще, мы можем не привязываться абсолютно к одежде. Вот. Я за то, чтобы вообще не привязываться. Классно, что сейчас маникюр может быть на всех 10 пальцах разноцветный. Вот это вот кайф. Так. Где мои тут все лошадки? Куда я их уже? Господи. Так, вот она моя звездочка одна. Ой, ну что это я такая неаккуратная? А тебе ушла модель уже? Да, стемпинг забираю. Я хотела, чтобы ты мне вот эту руку сделала после. Там просто черненьким покрыть. Вот видите, девочки, я, значит, уже делаю себе маникюр. Вот как классно. Да, мне Юля сделает сейчас черненькие ногти. Я себе наклею все, что здесь есть. Так, ну, конечно, со штампиком классно работать. И текст. Текст тут классный. Он хорошую компоновку дает. Но так как вот я сейчас такие монохромные варианты хочу сделать, то это, например, вот черный текст. Но опять же, вот на настоящих натуральных ногтях этот текст не влезет на самом деле. Знаете, что мне сейчас захотелось сделать? Давайте возьмем штрих-код.
Вот, со штрих-кодом будет круто. Отличная история сейчас получится. Так, ну... Ну, так у меня ноготок сейчас большой, позволяет мне. Я, видите, и текст, и сова у меня тут. В одном углу одно, в другом углу другое. Милашки. Вот прям русские сказки, да? Здесь уже такое вот даже и не скажешь, что это какая-то конкретная народно-промысловая история, да? А это вот какая-то ассоциация с русскими народными сказками. Вот. И мне нравится очень делать матовое все-таки покрытие. Не знаю почему. Да, вот, во-первых, мы сейчас вот говорили о том, что важен фон, цвет, с которым будет дружить такая очень яркая, нестандартная история с дизайном. Это белый, бежевый, черный, красный, оранжевый. Это успокоит. А дополнительно еще успокоит матовая поверхность. Так, почему я сейчас нанесла топ-слайдер? Матовый топ очень хорошо ложится на глянцевую, на дисперсионную пленку топа. И я, получается, топ-слайдером выровняла все неровности, какие есть, пузырьки, складочки. Они всегда есть. Вот у слайдера, обращали внимание, мы когда покрываем ультрабондом, все равно где-то, ну вот оно чуть-чуть, пузыречки, складочки. А так я ультрабондом обработала, топ-слайдер нанесла, он все выровнял. Все, и матовый топ тогда, во-первых, шикарно ложится, у него и расход меньше. И он, смотрите, вот прям вот, ну, вот хорошо ложится, так комфортно. Слайдеры обрабатываем ультрабондом. Праймер. Кстати, рекомендую отдельно держать праймер для ногтей. Вот праймер для ногтей отдельно, для слайдеров отдельно. Так, сейчас мы со штрих-кодом... Еще не делали. Сейчас у нас будет штрих-кодик. Так. Пусть вот она будет по центру, да? А штрих-код. У нас, кстати, шармиконы есть штрих-код. Тоже классно было бы сюда. Смотрите, вот так не на всю поверхность, да? А вот здесь вот с краю. Снова ультрабонд. Хорошая идея. Так что у кого слайдеры есть, кто еще не выкинул вот эти обрезки, хорошая идея вот этой такой руссконародной истории, да, лубочной, соединить вот с такими диджитал элементами. Вот, прикольно. Так. Вот видите, матовый или глянцевый, да, вот какой. Матовый круто смотрится. Штрих-конь. Есть онлайн-обучение. У нас очень много программ онлайн-обучения. Живых школ и преподавателей Эми по России, ну, я бы не сказала, что прям много. Ну, в принципе, по одной точке учебной в каких-то более или менее крупных городах России вы найдете, если живое обучение. Вот, по живому обучению школа Эми лучше писать в личку. И там менеджер прям пришлет, какая вам область нужна и какой город вас интересует, и что будет ближайшее к вам. Вот. А также есть онлайн-обучение.
То же самое, если интересно онлайн-обучение, задаете вопрос, и вам пришлют ссылку на лендинг, на сайт, на посадочную страницу, на сообщество, ВК, в том числе Эми онлайн. Так, и здесь, когда мы создавали вот эти дизайны, смотрите, есть не отдельные взятые варианты, а есть вот, например, идет букашка, или идет птичка, или идет матрешка, да, вот, например, здесь вот матрешка, в окружении травинок. Здесь предполагается, что вы просто вот так берете и тупо вырезаете. Рассчитывали примерно, чтобы это поместилось на короткий ноготь. Вот поэтому я и говорю, что вот на длинные вот такое количество, возможно, будет, ну, так, много. А на коротких, небольших ногтях будет прикольно. А, онлайн-обучение. Хорошо, сейчас я попрошу, чтобы ссылку кинули на Эми онлайн. Оля! Сейчас я дам ссылку на группу ВК Эми онлайн. Слушай, найди Эми онлайн группу ВК и кинь вот сейчас ссылку сюда ВКонтакте. У Эми онлайн есть тоже сообщество. Поняла, ВК, группа. Все, вот смотрите, видите, прям много всего. Офигенно смотрится на черном фоне. Сейчас, правда, видите, ложка большая слишком. Смотрите, как красиво. Что-то с моим голосом. Так, жук черный, да, и я его клею на черный фон. Но даже вот с условием, то, что я черное взяла и приклеила на черный, все равно прикольно. Ну вот все равно классно. И давайте матовый топ нанесем. Снова, тем более, такое количество слайдера, чтобы это все не скололось у клиента. Я обязательно рекомендую сначала топ-слайдер снова. Он, видите, как в бутерброде будет. Сейчас кто-то скажет, толстые ногти будут. Когда мы делаем гель-лаковую небольшую длину, либо классику небольшую длину, и работаем именно гель-лаковыми продуктами для дизайна, оно не дает большую длину. Даже если вы сделали классическую коррекцию жестким гелем, дальше вот топ-слайдер, цветной гель-лак, оно все равно ложится тоненькими слоями. Если переживаете, что будет толсто, покрывайте отдельными кистями топы, вот эти промежуточные, да, топ-слайдер наносите не из флакона, а наносите отдельной кистью. Вот на черном. Вот черный, мне кажется, прям вот идеально. Не все, конечно, такое любят, вот, но я, видите, очень люблю черный маникюр летом, плюс он все равно классный, яркий. Что у нас получается? Смотрите. Вот сейчас скинули с моей страницы. Это ссылка на группу здесь ВК. Подписывайтесь, там тоже много информации разной. Там можно задать вопросы, в том числе по обучению, сколько стоит. Вот, обучение классно покупает наши вебинаров, потому что на вебинарах самая хорошая цена на онлайн-обучение. Вот. Но в любом случае оставляйте свои данные, с вами свяжется менеджер и расскажет, как проходит онлайн-обучение и какие продукты вас интересуют. Так. Екатерина Николаевна, как рассчитать длину, когда пилим пайп? То есть зажатие кончик ногтя, это 1/3 от подушечки пальца. Спасибо. А, ну, на самом деле, это такая тема, понимаете, смотря какую хочет длину клиент. Чтобы это красиво было, вот, например, мне кажется, в моем случае у меня достаточно гармоничная длина для пайпа, и здесь ложа занимает 1/3. Вот смотрите, 1/3 ложа, и получается еще дважды столько же ложа появляется тут в свободном крае. Длиннее я тоже ношу длиннее. Вот. Если брать клиентов, для клиентов, наверное, это тоже очень длинно. Вот. Но пайп красив. Пайп красив, конечно, на большую длину. Если сделать просто 1:1, ну, это не пайп будет. Пайп классный, это 1:3, 1:4. Вот. Ну, у меня здесь получается, как это, 1:2, да? Либо 1:3.
черный, бежевый. Так, ну и оранжевый. Какие цвета я использовала, кстати, красно-оранжевый. Сейчас просто вам порекомендую, смотрите. Оранжевый круто идет, 462-й. Очень классно. Он такой вот, знаете, такой классический апельсиновый цвет, оранжевый. Морковный. Вот прям морковка. И классно взять со слайдера только вот этих оранжевых птиц. И будет очень здорово. Смотрите. Получается, на оранжевых мы берем только черные все элементы, да, а на белом мы берем все, что связано с оранжевым. И, в принципе, прикольный такой летний маникюр получается. Вот, ну и красный, я уже говорила, такие примеры с красным. Я использовала, конечно же, самый роскошный красный, это Empire 339. Вот, кто также любит этот цвет, пишите. Вот, кто-то любит, конечно, Ferrari. Вот, я очень люблю этот красный цвет. Так, ну, сегодня у нас вот такой с вами очень короткий маникюр. Я пошла делать себе покрытие. Кстати, я роскошно отходила с гель-лаком. Не устаю повторять. Гель-лак — это такая история. Это, знаете, как классика в чистом виде. Есть категория клиентов, у кого она не будет стоять в чистом виде. Им только гель-лак, да, чтобы абсорбирующие свойства были у материала. Вот. Так и клиентов очень много, у кого в чистом виде гель-лак не стоит. Им нужно совмещать гель-лак плюс классику. Вот. А я-то все равно ношу продукты, тестирую в чистом виде. Вот. Я за то, чтобы в чистом виде гель-лак не делать. Всегда свободный край какими-то материалами укреплять классическими. Композитом, акригелем, там, не знаю, фаберглазом, этими волокнами. Но чем-то укреплять. Даже если вот вам очень хочется работать гель-лаком. Вот. Я отходила, кстати, с новой Gamma Base. Это неоновая коллекция. Это где формула жесткая, ну, я считаю, что достойно. Вот 3 недели я сейчас буду спиливать. Могу даже поближе показать. Правда, они мне так чуть-чуть вот в перчаточках. Очень хорошо. И мне нравится, смотрите, видите, торцы. Тут у меня тональный крем, правда. Смотрите, как хорошо относились торцы. У меня вообще очень редко хорошо стоят гель-лаковые системы в чистом виде. Даже вот эта вот, например, жесткая формула. Все классно, хорошо. Вот, поэтому вот имейте в виду, попробуйте. Я уверена, у вас найдутся клиенты, у кого эта Gamma Base будет классно носиться. Екатерина Николаевна, в клубе Эмир Арт доступен... Можно вступить. Нет, клуб Эми Арт закрылся. Сегодня первое или второе? Все, клуб. Его сейчас трансформировали в новый продукт. Это канал новый. Мы сейчас, людей, кто был в канале Эми Арт, предложили перейти в новый канал. Это канал для наших участников дорогих программ в Эми Онлайн. Вот. И мы сейчас трансформировали этот клуб. Объединили туда всех спикеров, теперь я там буду, Вера Мирошниченко, а там девчонки будет маникюр, педикюр, наращивание и даже брови. Мы все вместе, у нас будет там рубрики идти, прям жестко, я только по четвергам работаю, там психология у нас только по средам там будет. Вот. Поэтому у нас сейчас трансформировался клуб, это новый канал, он называется, по-моему, Эми Мастер, и вот с понедельника, по-моему, мы уже начинаем его вести в новом формате. Туда можно будет попасть за деньги, как в Эми Арт, вот, но там немножко другой формат, там дизайна теперь не будет в таком огромном количестве, вот, но зато там будет много чего другого. Да, будут дизайны, я уже, кстати, сняла для клуба, сейчас покажу. Я нашла очень для вдохновения. В четверг будет уже доступен новый эфир. Я тут вдохновилась очень крутым фотографом в модном журнале. И я уже сделала даже для вас мастер-класс. Сняла 2 варианта. Попроще. Один, конечно, позамороченнее. А второй сейчас покажу вам. Это вот уже скоро будет доступно. Кстати, рисовала девочки и поняла, что у меня упало зрение. Прикиньте, я еле сняла. Мне надо срочно идти смотреть очки, потому что вот такие уже малепусечные детали.
Смотрите, сейчас пока в этот канал на платной основе вы не попадете, туда может попасть только тот, кто у нас купил какую-то программу дорогую, именно пакет. Но мы планируем сделать лендинг, и можно будет так же, как в клуб, заходить на клубной системе, там находиться, на месяц зайти, на полгода, там по желанию, также ежемесячно оплачивать. Вот, там будем все теперь вместе, мы решили убрать все каналы, какие были, соединили их в один, и хотим тратить все свое время, энергию. Я, Вера Мирошниченко, другие девчонки с Эми Онлайн, мы будем в одном месте теперь. Вот так. Поэтому, единственное, что я вам не сказала, очень хорошая новость, клуб Эми Арт, вот эти все материалы, которые создавались в течение 14 месяцев, а там огромное просто количество, сейчас это, да, упаковывают, это можно будет купить как библиотеку готовую материалов Эми Арт, вот, имейте в виду, поэтому скоро можно будет, там, я думаю, сумма будет небольшая, где-то 1000 за 5, за 6 вы можете купить себе на постоянное пользование полный доступ вот к этим 14 месяцам, где мы с Аней Гришенковой работали для вас, вели эфиры, вели, создавали курсы, такие мини-курсики, всякие мастер-классы, ну там очень много. Я считаю, что за 999 рублей в месяц мы давали там очень много, даже, наверное, где-то слишком много, потому что начинали с малого, а потом нам казалось, надо еще, 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 что в какой-то момент я сказала, что все, хватит, это, говорю, это и так слишком много. У нас просто, мы начали тратить очень много ресурсов на этот канал, и он просто перестал окупаться, вот. Всем большое спасибо, еще раз напомню, у нас классная новиночка, русский стиль, поэтому кто самые патриоты, можете делать себе маникюр в русском стиле, я пошла делать. Все, всем пока-пока.